Привет, друзья! Добрый вечер всем! А теперь давайте представимся. Сегодня с вами Власов Михаил и Лилия Донскова. И наши активные менеджеры, которые подготовили для вас шикарные открытки поздравительные. Итак, я предлагаю наш банкет считать открытым и покажите, как вы умеете хлопать, дотопать, аплодировать себе и своим успехам. Приветствуются смайлики, восклицательные знаки, восьмерочки. И, конечно же, поздравления. Да, теплые слова. Заряжаемся мотивацией. Каталог был достаточно хорош. Давайте с вами посмотрим такие самые цифры, статистику, что у нас получилось. Итак, по результатам прошлого каталога номер 15 мы по России, по основной нашей российской ветке достигли следующих результатов. Товарооборот нашей команды составил 15 671 бонусный балл. Из них только Wellness 1923 бонусных балла. К нам в команду пришло 94 человека. 33 из них стали рекрутами, то есть активировали свой личный заказ и теперь являются нашими партнерами как минимум на 2 года. И 3 человека, самые активные новички, это квалифицированные рекруты. Кто такие квалифицированные рекруты, вы все уже знаете. Кто не знает, ставьте знак вопроса, мы все об этом все расскажем. 34 человека мы реактивировали, то есть вернули к жизни, разбудили, возбудили. И... О, да, даже так? Ну, каждый работал своими методами. Слушайте, тут хочется сказать, давай с этого момента поподробнее. Хорошо, двигаемся дальше. Итак, премьер-клуб. Ребят, участникам премьер-клуба быть не просто выгодно, но и очень привлекательно со многих точек зрения. И что же именно круто быть в премьере? Первое. Вы получаете сразу объемную скидку и бонусы за все-все акции, за всю свою команду. Второе. Вы получаете... Второе, да. Второе, вы получаете дополнительно, помимо своей объемной скидки, бонусов, вы получаете дополнительно 10% от стоимости вашего заказа. Бонусом в деньгах на свой лицевой счет, на свое товарное поле, которыми вы, конечно же, сможете оплатить свой последующий заказ. Третье. Вы получаете... скидку от команды от 3 до 22%. Четвертое. Вы при подтверждении участника премьер-клуба получаете скидку 50% на любой продукт, на самый дорогой продукт. И пятое. Вы еще получаете возможность пользоваться каталогом премьер-клуба. То есть это дополнительный еще буклет, очень красивый, классный, где у нас новинки представлены, которых еще нет в каталоге. И... конечно же, товары со скидками до 80%. Но самое главное, как мы уже сказали, участники премьер-клуба получают у нас зарплату. Так как участие в премьер-клубе, то есть наличие 150 баллов и более, является единственным условием для получения зарплаты. Поэтому давайте теперь посмотрим, похвалим, поблагодарим, порадуемся за тех людей, которые у нас получают зарплату в нашем проекте. И... таких людей у нас 46 человек с личными заказами от 150 баллов и выше. И вот эти 46 человек, внимание, да, тут математика пошла, суммарно сделали заказ на 7840 баллов. То есть это 50% от общего командного товарооборота. И у меня вопрос к вам, ребята, скажите, сколько людей нужно для того, чтобы стать директором? Глядя на этот слайд, я думаю, вы догадаетесь. Круто, правда? 46 человек сделали такую колоссальную работу. Прочувствовали, да, связь? То есть всего достаточно где-то 50 человек, чтобы быть директором, получать зарплату от 30 тысяч. Все правильно. И в топ-10 по личным заказам у нас, да, сейчас озвучим список, всего 10 человек самыми крупными заказами совершили товарооборот на 2815 баллов. Круто. И давайте посмотрим на этих монстров. О, кто же это? Ну, первое место, как обычно. Скромно. Да, скромно. Чуть-чуть нас не догнала Люба Бутяйкина. 573 балла Булавцев и Донского. Бутяйкина Любовь, 467 баллов. К
Круто, молодец, Люба. И Люба, скоро, от Любы скоро ждем семинар о том, как она это сделала. По стопам Марии Ган из Камчатки она провернула такое крупное дельце, поработала буквально 2 дня, посидела на телефоне. Не выходя из дома. Ну, мы не знаем, почему. Бутяйкиных тоже двое. Двигаемся дальше. Третье место. Сидорчук Светлана, 295 баллов. Мальцева Ольга, 251 балл. Лукоянова Елена, 221 балл. Дальше. Это еще не все. Рябова Лариса, 218 баллов. Караева Анна, 211. Лукьянова Светлана, 200 баллов. Фомина Луиза, 193. И Склиренко Мария, 186 баллов. Поздравляем, вау. Молодцы. Так, там тут вопросы задаются. Расскажите, как? Что вам рассказать? Как мы заказы, что ли, делаем? Смотрите на канале YouTube. Все есть. Есть самый популярный ролик, как не делать заказы на 150 баллов. Да, его, кстати, посмотрели уже почти 20 тысяч человек. Их смотрят, учатся и пишут комментарии. А теперь давайте специально выделим блог про продукцию Wellness. В преддверии семинара от нашего лидера Лилии Донсковой на всю Россию, на весь филиал, про как раз продукцию Wellness, так как наша команда входит в пятерку Саратовского региона лучших команд по потреблению продукции Wellness, мы делаем акцент на Wellness-продукции. В предыдущем каталоге наша команда потребила продукции на 1923 балла, то есть чуть больше 12% от общего товарооборота. Ребята, кто Wellness любит? Скажите, кто уже попробовал Wellness? Такие дырки. Только что планку делал, сразу же после планки коктейль Wellness выпил и сразу сюда к вам на банкет. Да, а кто еще не представляет себе уже жизни без Wellness или хочет попробовать этот продукт? На самом деле, как я вам вчера на планерке показывала, в ближайшем будущем вот эта продукция Wellness, она будет гораздо более популярна, чем косметика, косметические средства. И тот, кто сейчас разберется в этой теме, тот, кто сейчас будет активно изучать эту продукцию, применять ее, да, чтобы получить собственный результат, о котором потом сможете рассказать своим знакомым и близким, вот именно вы будете успешны, вы будете на коне, как говорится. И сейчас посмотрим, кто же эти люди, кто у нас в топ-10 вошел по заказам Wellness, 952 балла, суммарно 10 человек совершили заказ. И это Рябова Лариса, лидер, 123 балла, супер! Бахмутова Олеся, 116 баллов. Панина Вера, 102 балла. Лукьянова Светлана, 100 баллов ровно. Вертей Анна, 83 балла. Безумова Виктория и Попова Алена у нас занимают шестую ступеньку. 70, неправильно что-то написала. 75 баллов, да, у обоих 75. Варгина Наталья, 74 балла. Майорова Анастасия, 73 балла. Ососкова Екатерина, 67. И Нищеволода Екатерина, 65 баллов. Ну, конечно же, да, многие заказывают Wellness, но тут тот, кто круче всех. И сейчас я хочу представить команду Степанова Яны. Это моя новая веточка, очень активно развивающаяся. В этой команде у нас как раз Гришина Наталья. Почему-то никого нет сегодня на поздравлялке. Как раз хочу рассказать немного о Яне, пока Лиля подготавливается хвалить всю команду. Яна у нас перешла из категории клиентов в бизнес-партнеры. Да. То есть, как мы всем рассказываем, каталог – это наш инструмент для знакомства с человеком. То есть, первое общение, первые фразы, первый заказ. И в дальнейшем, уже при более частом общении, мы узнаем лучше человека, узнаем его потребности, и человек, соответственно, узнает больше о нас, и здесь уже в ход идут наши бизнес-инструменты. Причем Яна сама попросилась к нам на работу. Знаете, что самое главное? Вот, фишку, которую используют все лидеры. При знакомстве с человеком, в первую очередь, добавьте его где-то в социальных сетях. То есть спросите, где вы есть, ВКонтакте или в Одноклассниках, в Фейсбуке. Неважно, ребят, вы должны быть везде. Это вы для бизнеса создаете специальные такие инструменты рабочие. И добавляйте человека, и он просто будет наблюдать за вами, за вашими постами, за вашими фотографиями, за вашей жизнью. И в конце концов, да, его либо это достанет уже, что он сам попросится.
Вот, ну, вот так случилось с Яной, что она сама к нам попросилась. Теперь давайте посмотрим на ее команду. Итак, по итогам 15-го каталога личный заказ составил 151 балл, групповой 398, да, это первый каталог рабочий. А выплаты у Яны 862 рубля. По команде пришло 15 новичков, из них 6 стали рекрутами и один человек стал Q-рекрутом. Всего за один каталог работы. Да, работа идет только по теплому рынку. В команде у нас проявились активно Новичкова Елена с заказом 42 балла, Свиридова Катюша и Плющева Елена. Да, девочки очень, знаете, как золотые кораблики прям сразу пришли, активно развиваются. Также активно у нас рванула вперед Ряшина Наталья. Да, вот не смотрите, что скромный первый заказ. Это был активационный прям здесь, сейчас. Прям первое, что в голову пришло. Уже сейчас у Натальи практически пройден первый шаг стартовой программы. Вообще умничка. Сюзанна Мартысевич, 69 баллов. Разгулова Надежда, 12 баллов. Тоже активационный заказ сделан. И переходим к стартовой программе. Ребят, все знают, что такое стартовая программа? Знаете, вот честно, я очень рада, что для новичков есть такая возможность собрать такую огромную коллекцию продукции из разных категорий, и при том, чтобы, да, приобрести это за копейки. А продукция здесь на 16 тысяч, а вы ее приобретаете всего за 800 рублей. И я хочу обозначить звезду этой команды. Это яркий золотой кораблик, это не просто, да, золотой бачок у кораблика. Это Наталья Гришина. Тоже Наталья вообще молодчина, она сама попросилась, и, знаете, даже не просто попросилась, она буквально мне через некоторое время после того, как вот уже стала работать с нами, она мне предъявила просто по полной программе, какая я все-таки, ну, не знаю, какое слово подобрать, да, что я не позвала ее раньше, она потеряла время. Вы знаете, для меня это тоже хороший урок. Наташа, спасибо тебе огромное, то, что ты вот пришла сама, и спасибо, что прямолинейно говоришь обо всем, это очень круто. И Наталья сразу же начала работать с горячим со своим рынком. В общем-то, вот все активные новички, это работа Натальи. Она просто, да, вот делает правильно, работая со своей командой. Прошла первый шаг стартовой программы и активно продолжает работать в этом каталоге. И уже у нас есть первая регистрация. Вот, это аплодисменты нашей маленькой новой команде, да, яркие. И передаю микрофон команде Булавцу Михаилу. И следующий у нас готовится. Кто команда готов, ставьте, напишите, кому давать микрофон. Ольга Мальцева и далее, да, Галочка Брюханова, наверное. Готовьтесь. Спасибо большое. И двигаемся дальше. Я хотел бы поздравить всю нашу команду, в частности, в целом, с окончанием каталога номер 15. И уже стартовал 16-й, стартовал очень хорошо, и нужно использовать все предоставленные возможности от компании. Итак, результаты каталога номер 15 нашей команды. Активные новички. Устинова Алена, Копцова Дарья и Вехарева Анастасия. Хлопаем, хлопаем, не стесняемся. Двигаемся дальше. Смирнова Марина, Елисеенко Елена, Черепова Ксения. Молодцы. Это еще не все. Куденкова Анастасия и Максимова Дина. И могу сказать, что большинство из них это также теплый рынок. Хоть и работаем мы в интернете, но общаемся с друзьями, родственниками, знакомыми также в интернете. То есть утепляемся уже в интернете. Угу. И хотел бы выделить новые результаты каталога номер 15. Всего у нас было консультантов 3%, чуть больше, чем вы видите на списке. И хотел бы я отдельно выделить самых активных наших консультантов. Что, так, пропустила? Что-то, да. Немножко у нас слайды начали жить своей жизнью. Сейчас, секундочку. А, вот появились. Правильно? Да. Я аж испугался. Не бойся. Итак, и отдельно я хотел бы выделить самых наших активных партнеров. Это Иванова Анна, консультант 3%, первая ступенька. Буквально меньше чем за 10 дней с момента регистрации Аня покорила данную ступеньку. Да, только завтра
даже не завтра, в пятницу у Ани будет месяц, как в проекте, и уже такие результаты. Молодец. Личный заказ 124 балла, групповой 283, по команде 15 новичков, 2 из них рекрута и 2 квалифицированных рекрута. Вот такая вот активная работа с теплым рынком идет. Супер. Анютка, кстати, тоже сама попросилась в команду. Анютка, ты здесь? Да, вижу тебя в чате. Ребят, это очень теплый рынок. Даже больше скажу, что это дальняя родственница. И вообще, просто я так рада, что она сейчас с нами. Анютка, молодец. Молодец, что сама попросилась. От меня не дождешься. Следующая ступенька. Консультант 6%. И здесь у нас есть также самые суперактивные партнеры. Давайте их озвучим отдельно. Это Устинова Алена, новоиспеченный консультант 6% с групповым заказом 554 бонусных балла. Еще немножко и будет уже 9%. Да, всего один шаг. Это Копцова Даша. Даша наш менеджер, банковский менеджер, который как раз и является представителем банка, где находится, да, где находится вся наша зарплата, перечисляется ежекаталожно, да. И ее тоже мы зарегистрировали к себе в команду, и теперь она активно работает с нами. С групповым заказом 518 баллов Даша у нас достигает новой ступеньки консультант 6%. Молодец. И Малышкина Оксана с групповым заказом 454 бонусных балла достигает также нового уровня консультант 6%. Молодцы, девчонки, поздравляю вас. И передвигаемся дальше. Я могу сразу сказать, что вы сейчас можете увидеть повторение среди людей, среди фотографий, среди всех поздравлений. И снова у нас Иванова Анна с поздравлениями прохождения первого шага стартовой программы. Молодец. Приятно видеть. Да, и я забегаю вперед и уже могу сказать, что вчера Аня прошла второй шаг стартовой программы и сразу же квалифицировалась в первый раз в премьер-клуб. Поздравляем. Но об этом мы поговорим уже на следующем онлайн-банкете. Фролова Татьяна прошла первый шаг стартовой программы. Я вам скажу, что Татьяна – это сестра Ани. Двоюродная сестра, ребят. Теплый рынок, ближний круг рулят, потому что Танюшка вообще очень бойко ворвалась в нашу жизнь. Это мамочка троих детишек, совсем маленьких. Вот одного еще нет на фотографии. То есть это вообще бомба. Я прям вижу, что это ледокол золотой. Знаете, есть золотые кораблики, а есть золотые ледоколы. Так это вот она. Танюшка вообще супер просто. Тьфу-тьфу-тьфу. Да, немножко плюну. Так, и передвигаемся к нашим активным партнерам, участникам премьер-клуба. И здесь у нас их 8 человек с заказами 150 баллов и более. Суммарно 8 человек совершили заказы на 1303 бонусных балла. И давайте посмотрим на их фамилии. Кто же эти люди? Худякова Катарина, Бахаева Екатерина, Герман Виктория, Макарова Зинаида, Буласов Михаил, Ивченко Дарья, Варгина Наталья и Лукоянова Лена. Вот они, наши лидеры, наши активные круто. Партнеры. Надо наращивать премьер-клуб, потому да, что если надо вы... наращивать, надо... Ребята, вот смотрите, если вы поняли, да, то вот на премьер-клубе держится наш бизнес, потому что достаточно небольшое количество людей может натворить таких дел потрясающих, что да, ваш бизнес просто будет расти как на дрожжах. Вот просто представьте, что какой вот, например, мы берем 100 человек. Вот представьте, что 100 человек делают заказы всего по 10 баллов или по 20. То товарооборот будет, да, такой вот, ну, всего 200 баллов. А если мы говорим о том, что эти же 100 человек делают по 150 баллов, это будет 15 тысяч баллов. Представляете, какая разница? И все из них получают зарплату. Да, у всех плюшки, свои подарки, выгоды, да, там все вау-вау. А если люди делают по 10, по 20 баллов, ребят, какой у них будет восторг? Никакого, правильно? То есть учите людей выходить за рамки зоны комфорта, учите их расширяться, делать немножечко больше действий. Да, это супер бизнес вообще, если понять эту идею и вкалывать, да, на нее, то есть обучать людей, рассказывать, доносить до них эту информацию, то вы не представляете, каких масштабов это все может достичь. Просто вы не представляете. Это может быть даже, да, колоссальная просто идея. Вот. И передаем сейчас микрофон
Команде, да, кто готов у нас? Я видела, Галя Брюханова написала. Передаю галочке микрофон. Сейчас гружу слайды. Ребят, встречайте, это наш активный менеджер. Вообще просто потрясающая девушка, мамочка. Двоих деток. Галь, троих сказала. Оговорилась, да. Может быть, все впереди. Нет, это меня слышно. Ставьте плюсики в чате. Отлично. Всем привет-привет. Давно не виделись, давно не слышали меня. Ну что, всех поздравляю. Нашу команду Олеси Бахмутовой. Это все наши активчики, которые работают сейчас. Лиль, давай следующий. Итак, конечно, я не готовилась, должна была Олеся, но у Олеси немножечко проблемы с компьютером. Это моя команда большей частью здесь уже, все мои партнеры активные, которые работают, сомневаются, потом пересомневаются и опять начинают работать. Я вас всех поздравляю. Какие бы ни были результаты в прошлом каталоге, все обязательно получится, главное не сдаваться. И следующий слайд. Поздравляем наших рекрутов. Это новички, которые пришли в прошлом блоге и сделали уже первый заказ. Это Джалилов Андрей на 50 баллов и Куланина Наталья на 7 баллов сделала заказ. Я их поздравляю. Я думаю, что в записи они тоже посмотрят поздравлялку и увидят это все. Следующий слайд. И наши участники пример клуба, которые получают у нас зарплату, и как же поняли всю суть бизнеса, где самые у нас деньги находятся, это именно пример клуб, где мы все и получаем. Это Сидорчук Светлана, 295 баллов, а Рябова Лариса, 218 баллов, умничка. Попова Алена, Настя Труфакина, Жилина Людмила, Соскова Катя, Шейна Елена, Бахмутова Леся, Светлана Гагарина и Бессонова Елена. Все молодцы. Всех я вас поздравляю. И wellness у нас по команде составляет 670 баллов. Ну, конечно, уже у нас лидер, это всегда у нас Ларисочка, она у нас лидер по wellness, 123 балла для себя, для семьи, для подружки. Также Олеся Бахмутова, Алена Попова, Ососкова Катя, Света и все остальные, я думаю, видят, кто у нас сидит на wellness, но практически вся команда у нас именно wellness'ом и пользуется. И следующий слайд. Да, и очень хорошо это, когда идет wellness. И на этом поздравлялка моя закончилась. Я всех поздравляю с успехами, какие бы они ни были. Всем только вперед и никогда, никогда, никогда не сдаваться. И мы все сделаем обязательно и будем получать огромные деньги. Спасибо. Давайте листать слайды тогда. На слайдах вы видите всех наших активистов, участников наших чатов. Угу. Есть, да, звук? Отлично. Да, слайды. И наш проект, это поздравление команды, представляет итоги 15-го каталога. Можно листать слайды. Сейчас у нас будут еще фотографии. И у нас очень много, аж 17 человек, людей, которые получают зарплату, да, получают объемную скидку. Это так, Маша на презентации. Хорошо. Мальцева Ольга, Склеренко Мария, Викулина Людмила, Алешина Наталья. Кто себя видит, пожалуйста, ставьте плюсики. Ган Мария, наша Камчатка, Безумова Виктория, Талиева Вероника, Воробьев Сергей, Фамиза. Мне кажется, мы прямо лидеры по пер-клубу. Аня Говорух, Бутякина Любовь, Караева Анна, Майорова и Пархоменко Ксения, Меньшонкова Валентина, Козырева Людмила Борисовна. Я прошу прощения, второй раз, Людмила Борисовна, я вас то любовью называю, то опечатку вы мне сделала. И Бондина Елена.
Это у нас люди, которые получают, еще раз повторюсь, объемную скидку. У нас в нашем проекте, в нашей команде, слава богу, появились новые трехпроцентники. Это Бугакова Наталья, Шибанкова Екатерина, Плетнева Светлана, Сокно Екатерина, Попова Наталья, Дорошенко Светлана и Курганова Наталья. Ребята, спонсоры, передавайте, пожалуйста, привет нашим трехпроцентникам. Передавайте запись и поздравления. В нашем проекте появилась новая девяточка. Это активный партнер, мамочка двоих детей, умница, красавица. Наша соседка, можно так сказать, наша землячка. Это Караева. Хотела бы доставить ей слово. Лилия, модератор, пожалуйста, можешь передать Анечке слово? Она просто представится, расскажет немножечко о себе. Всем привет, меня зовут Анна Караева. Я всех поздравляю с хорошими результатами 15-го каталога. Все большие молодцы. Хочу своих девочек отметить. Ксюшу Пархоменко, Зарину Клименко, Вики либо Наташу Курганову. Молодцы, девчонки, не сдавайте своих позиций. Держите хвост пистолетом, ведь дорогу, как говорится, осилит только идущий. По течению у нас плывет только дохлая рыба, живая рыба плывет против течения. Вот всем вам желаю быть живыми рыбками, плыть против течения нашей такой непростой жизни. Всем желаю живого позитива, удачи. И чтобы каждый из вас в текущем 16-м каталоге поднялся по лестнице успеха как минимум на одну ступеньку. Всем спасибо, всех люблю, целую, ваша Аня. Я надеюсь, что меня слышно. Давайте продолжим поздравления. И следующее у нас новое звание в проекте. Слышно меня? Угу. Отлично. Следующее название в проекте, можно слайд перелистнуть, это Любовь Бутяйкина, новый менеджер 12%. Желаю нашей Любочке, мамочке, двоих очаровательных детишек, младшей доченьке, которой всего лишь 3 месяца, желаю также попрежде все успевать и достигать новых результатов. Но благодаря Ане у нас еще есть новые уровни. Это Федосеева Надежда, Апресян Сейран, Князев Денис, Диянова Наталья, Немова Елена, Головин Кислав, Шуранова Ирина и Корнеев Александр. Вот так вот с помощью одного лидера, да, вытолкнули еще несколько. И бывает так, что люди приходят, присматриваются пока, и через какое-то время происходит звонок от спонсора, и когда мы такое письмо, как послание счастья, мы говорим: здравствуйте, а вы уже на 12%, вы менеджер, мы вас поздравляем. Но такое тоже бывает, и это здорово, что в нашем проекте помогаем друг другу, мы работаем одной командой. Да, везет кому-то. Вот, я не вижу, по-моему, у нас нет сейчас Любы в комнате, видимо, либо по техническим причинам, либо по семейным. Мы обязательно передадим ей поздравления. Да, здорово. И следующий слайд, пожалуйста. Потому что кроме новых уровней у нас еще есть и участники стартовой программы. Это Елена Бондина, мамочка двух очаровательных тоже детей. Людмила Козырева, это многодетная мама, бабушка 7 внуков, замечательная женщина,
филолог, по-моему, да, по образованию. Вот. Также моя тамада на свадьбе, которую, да, никогда невозможно забыть. Вот. И которая прошла у нас, по-моему, уже четвертый шаг. Я, девчонки, не написала, кто какой шаг прошел, просто это как бы не сильно важно. Важно, что вы получаете подарки. Круто. А Меньшонкова Валентина, тоже замечательная девушка. Это родная сестра нашей Любы Лутякиной, которая проходит тоже стартовую программу. И, надеюсь, скоро будет директором у Любаши. Наталья Бугакова – это соседка также Любы нашей Бутякиной. Кстати, у нас Аня Караева, Люба Бутякина и Наталья Бугакова – все проживают в одном доме. Представляете, сколько будет новых директоров в одном доме? Девчонки, я вас всех целую, обнимаю, вы молодцы. Давайте двигаться дальше. Вот, огромное спасибо, кто сегодня отозвался участвовать в нашей планерке. Поздравляю с дебютом нашу Аню Караеву. Спасибо тебе, была очень замечательная речь. Вот, и ждем на следующем поздравлении, следующих побед и следующих участников с дебютами. И я представляю Анду, нашей команды, это Мария Склиренко. Это актриса Манаса. В прошлом была участница конференции для менеджеров в Египте, квалифицировалась на эту конференцию. Вот. И дальше продолжает развиваться. Маша у нас также является предпринимателем. Уже на сегодняшний день оформила договор с компанией. Также у нас Маша завтра получает первую поставку СПО, открыла свое СПО в своем городе. Молодец, Маша, тебя с этим поздравляю. И премьер-клуб. Маша у нас сделает всегда замечательные слайды с фотографиями. И, ребят, кто у нас не попал на слайды, у нас есть отдельные открыточки, которые у нас наши спонсоры за небольшие достижения. Вот. Итак, друзья. Олечка, просим прощения, но тебя почти не слышно. То есть ква-ква-ква пошло, и мы забрали у тебя микрофон. Вот, надеюсь, ты не обидишься, потому что все равно ничего не слышали, к сожалению. Мы продолжим тогда. Продолжим поздравления команды Марии Склиренко, нашего активного партнера, и да, двигаемся дальше. Так, Людмилу Викульну поздравили с личным заказом 153 балла. Молодец. Итак, продолжается у нас, продолжаются поздравления участников премьер-клуба. Это Наталья Алешина, Мария Ган являются активными партнерами. Красота. Виктория Безумова, Вероника Талеева. Ты мне вообще слова не дашь. Сергей Воробьев, Луиза Фомина. Молодцы, двигаемся дальше. Приятно видеть мужчин у нас в проекте. Скоро будут еще мужчины прибавляться. И у нас лучшие рекрутеры. Это Людмила Викульна. Три новичка пригласила и один рекрут. А Наталья Алешина отличилась. У нее 9 новичков, из них 3 рекрута. Наталья вообще молодец. Мега рекрутер. И рекруты. Ирина Волокитина с личным заказиком у нас есть. Юлия Ницина. Это спонсор Людмила Викулина. И активные потребители. Я не буду всех перечислять, ребят. Потребители – это те люди, которые пока выбирают просто пользоваться продукцией Oriflame со скидкой. Но они все равно растут, потому что под ними команда, веточки строятся. И в какой-то момент кто-то из потребителей может стать активным партнером. Вы сами видели буквально в первом блоке наших поздравлений, как наши девчонки, придя в проект, всего за один каталог из потребителей переходят в бизнес-партнеры и сразу занимают ступеньку консультант 6%. Да, все верно. И сейчас представляем интернет-команду менеджера Натальи Алешиной. Наталья такая шикарная на этой фотографии. И лучший рекрутер — это Жанна Новичкова пригласила.
человека и Наталья Шехтель. 3 личных регистрации, и 2 из них сразу стали рекрутами. Вау, вообще круто. Хороший переход. И Оксана Скакадубова с личным заказом, и Наталья Шехтель, спонсор Наталья Алешина. Так, Жанна Новичкова и Светлана Курипко, тоже активные рекруты. Я просто смотрю, мне интересно же люди, кто такие. И Эльза Богатырева завершает, да, наверное, такой парад рекрутов. Спонсор тоже Наталья Шехтель. Наташа, молодец. И вернулась в команду Наталья Квашилова. И сразу бомбанула такой хороший заказ. Наверное, соскучилась по продукции. И в завершение, да, такой слайд, что дела идут хорошо, когда достаточное количество людей решает, что они могут идти лучше. И мир меняется, когда простые люди идут вместе к общей цели. Ребята, вы знаете, вот глядя на вообще на результаты, я почему-то вспомнила один такой факт, который вы все знаете, но не все этого замечают. Вы знаете, зачастую люди говорят, что, может быть, там, я не смогу, у меня не получится, я не такой, как они, я не такая, да, и так далее, и так далее. Вы знаете, факт. Шмель. Все знают такое насекомое, да, шмель. Такой пушистый, лохматенький, полосатый. Кто знает, поставьте плюсики. Вы знаете, что по законам аэродинамики шмель летать не может, потому что у него огромное тело и малюсенькие крылышки. То есть все законы против него, но он летает. И вы это знаете, да? Все убегали от шмелей еще с детства. Так вы знаете, ребят, закон нам не писан. И это можете вы или не можете, это только ваше внутреннее решение. И если вы себе скажете, я могу, я буду бриллиантовым, я буду исполнительным, у меня все получится, почему, да, почему кто-то, а не я? Я могу и я буду. И у вас все получится, поверьте мне. Вы сделаете любой результат, который вы себе позволите. Позвольте себе больше, и будет вам счастье. Вы знаете, спасибо вам всем. Благодарим за потрясающие результаты, за прекрасную работу. Сегодня вот на банкете было приятно видеть много новых лиц, много новых партнеров, которых воспитываете уже вы сами в своих командах. Это самое крутое, когда бизнес растет независимо от того, участвуем мы в нем или нет. Мы вас очень любим, ценим и желаем вам еще лучших результатов в новом каталоге. До скорых встреч, друзья! Через 3 недели снова онлайн-банкет. С новыми результатами, с новыми достижениями. Кто будет зажигать? Вы! Вы будете зажигать. И всем дадим слово. Да, спасибо всем. До встречи. Пока-пока. Сейчас вам ролик мощный поставим.